Коллеги, добрый день. Третья городская больница Краматорска. После авиаудара срочно нужны на эвакуации раненых с Краматорска в Днепропетровск. Скорые кареты, не меньше 10 штук. Собственники частных клиник, прошу направить срочно в Краматорск скорые помощи. Я, волонтер Вячеслав Запорожец, встречу их, все организую. Порядка 100 раненых. Спасибо. Очень надеюсь на вашу помощь. Очень надеюсь.